Нет, сколько раз я тебя просил, не делай этого. Ваш биосон заканчивается, звездолет приближается, туманности краба идет 5823 год путешествия.
Что ты лежишь? Что я стою? Что мы сидим? Выпей воды. Можно ли так? По ерунде. Ну хорошо. День подождем. Там поглядим. Где это там? Где это там? Там это где? Что терзаться, если знаешь, что терзания не помогут? Ну а как не волноваться при волнениях таких? Наши дети с нами вечно быть не могут, несмотря на то, что трудно им без нас и нам без них. Захотел и все. Слушай, у тебя необыкновенные способности. Ну, конечно. Дело в том, что я инопланетянин. Кто? Ну, пришелец из космоса. Ну да. Наверное, они подменили меня, когда я был еще грудным ребенком. И я вырос будто бы земной. У земных родителей. Понимаешь? Вот это да. Вот видишь, ты уже не боишься. Да. Это потому, что я передал тебе часть своих способностей. И теперь ты всегда, если только очень захочешь... Олег, Яна, где вы? Куда вы пропали? Уже давно палатка стоит. Идите переодевайтесь, а то еще простудитесь. Быстро! Ты удивительный, Олег. Мне кажется, уже действительно не страшно. Что я здесь делаю? Почему я не лежу в своей комнате, в теплой сухой постели? Как все-таки хорошо дома. Утром встаешь, мама тут как тут, а на кухне держит вкусный горячий завтрак. А тут? Почему я ввязался в это дело? А сегодня, как сумасшедший, собирал эти огурцы. И мне было интересно. Почему? Может, потому что все собирали? Как странно. Мы столько лет... Мы столько лет ходили в один дворец пионеров. И до сих пор не знали друг друга. А сколько же на свете людей, которых я не знаю, которые не знают меня? Вот было бы здорово сесть в машину, проехать по всей планете и подружиться со всеми хорошими людьми. Нет, была бы у меня машина, я бы обязательно поехал. Почему я? Мы бы поехали. Конечно, мы все. Thank you.
Игорь, проснитесь! Мальчики, да проснитесь же вы! Что случилось, а? Там кто-то есть. Эх, повезло, так повезло. Все, приплыли. Ты что, боишься? С чего ты взяла? Я не боюсь. Давай пойдем посмотрим. Пожалуйста. Чего тут страшного? Все, Иван, кончай. Испортилась моя Нивушка. Приехали. Придется пешком идти. Да вы что, Егор Данилович, по такой грязи, пешком. А что делать? Коровы ждать не будут, а 1500 руками не выдаешь. Если к утру не будет тока, останемся без молока. Эх, если б лодка была, за час по реке доплыли. Конечно, если бы... Егор Данилович! Что здесь? Егор Данилович, у нас есть лодка! Возьмите ее! Да! Беглецы, вот вы где! Федя, сколько раз? Федя! Нива! Ты что, очумел? Мало тебе вчерашнего мотоцикла, где ты ее взял? Нашел! Выбросили за негодностью, я ее починил. Теперь пускай хозяин скажет мне спасибо. А за это я имею право кататься. Имею? Имеешь! Ребята, да это же почти наша машина! Мы выменили ее на лодку! Ага. Ура! Поехали! Садитесь, девочки! Спасибо. Вы что, с ума сошли? Оставьте эту машину, оставьте ее, быстро! Будьте осторожны, на посадочке двери закрываются. Побыстрее, пожалуйста, побыстрее. Да остановитесь, вы ненормальные! Ребята, вы что? Ну подумайте, у нас есть деньги, продукты, 3 дня и цель впереди. Оставьте эту машину и пошли. Ура! Пойдем, говоришь? А лодка? Я бы и без лодки пошел. Один? Да поймите, ребята, чует мое сердце, если мы свяжемся с этой машиной, ну как вам объяснить? Паникер! Ребята! Усталая подлодка из глубины идет домой. Ты гляди, как бы машину мы эту не прозевали, что лодку повезет. Ничего, заметь. О, глядите, кто впереди. Да это же дедушка Климу. Дедушка Климу! Здравствуйте! 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 Дедушка! Везет же людям! После грозы чудо, а не рыбалка! Да не завидуйте вы этой Ниве! Смотрите, куда ее несет! Прямо в Ромотовские болота! А там ничего, кроме комаров! Что, капитан Мацкевич, по рыбке соскучился? Ага! Дочка моя сейчас где-то в походе! Вот я и подумал! Хорошо должно быть там, в лесу. Отставите разговоры, товарищи офицеры. Есть, товарищ полковник, отставить разговоры. Нам надо на север, а мы отклоняемся к востоку. Игорь, смотри, что тебе мигает. Что мигает? Бензин мигает. Кончается. Как кончается? Ты что? А ну давай назад! Нет смысла. Горючего не исходит. Так лучше вперед. Ведешь что-нибудь, это дорога.
Я думаю, всем ясно, что мы заблудились. Где мы находимся. Но если пойдем прямо на север, рано или поздно выйдем на автостраду. А сейчас рюкзаки на плечи и вперед. Пешком? Без дороги? Да сколько же так будем идти? Именно пешком! Прямо через лес! Да! Будем идти до тех пор, пока не выйдем. Хватит! Накатались, наплавались досыта. Минутку, ты не горячись, Вась. Мы ведь не можем вот так бросить машину. А что, прихватим ее с собой? Раз-два взяли? Мне кажется, Олег прав. Кроме того, если мы уйдем, как же получить назад лодку? Мы ведь должны ее вернуть во дворец. Вот-вот. Лучше, кажется, так. Человека 2-3 останутся тут, стеречь машину. Остальные по дороге вернутся назад. Предупредят председателя, он приедет за нами, и все окей. Окей. Ты говоришь окей. А ты знаешь, куда ведет эта дорога? То-то. Но это еще не окей. Если здесь нас найдет участковый инспектор, это будет полный окей. Да чай щелкать, надоело. А то сейчас заберу эту игрушку об дерево. А ты попробуй. А вообще-то, Вася прав. В машине нет бензина, значит, никто ее не угонит. Предлагаю оставить вежливое письмо Егору Даниловичу. Объяснить обстоятельства. Лодку можно взять у него потом, на пути домой. А сейчас надо двигаться дальше. А я считаю, безнравственно бросать чужую машину. А нравственно было ее угонять. Нравственно. Когда я говорил, не надо, вы вместе с ним орали, я за. Так кто был прав, а? Ребята, мы сделали ошибку. Но ведь это не значит, что теперь мы должны делать другую. Я за то, чтобы вернуть машину. И я за это. Я тоже. Хватит! Хватит! Я берусь вас вывести отсюда и довести поход до конца. Но только так. Железная дисциплина и полное подчинение моим приказам. Кто не желает, может оставаться здесь. Кто согласен, ко мне. Правильно, Вася. В отряде должен быть один командир. Я иду с тобой. Что? Сидь, сидь. Я с Васей. Раз надо идти, значит, пойдем. Я как все. Thank you.
а не обнаружить себя, чтобы нам помочь. Я их расцеловать хотел, а ты говоришь. Чё, машину доверил Ломачину? Ломачину починить можно. Угу. Тот, кто починит эту машину, отличный механик. Можно приглашать в колхоз и делать завгаром. Его еще найти надо. Да. Найдем. Далеко не уйдут. Бензин не хватит. Дед, пионеров не видел или Ниву мою? Ну как же, ребятишек повстречал и Ниву видел. Они на ней в Закрутино ехали, потом левее взяли. Отремонтировали, значит, и заблудились. Коль, разыскивать надо. Добрый день! Здравствуйте. И что вы здесь делаете? Отдыхаем. Вот, рыбу ловим, а что? Откуда вы? Из города. А что случилось? Да ничего пока. Может, у вас случайные документы есть? Почему случайно? Документы всегда должны быть. Мало ли что. А ну-ка, Шурик, подай куртку. Где, значит, вчетвером? Почему вчетвером? Нас трое. Нормально помещаемся. Так, и как сюда добраться? На поезде. До станции Белорита. Оттуда пешком, мимо старого форта. И давно вы здесь? 3 дня. Да, Толик? Ну да. Позавчера приехали. А дело-то в чем? Да просто, интересуюсь. Никто вас тут не беспокоит? На мотоциклах, скажем? Нет. Ниву желтую не видели? Да нет. Машина тут ездит иногда, но мы как-то внимания на марки не обращаем. А, был тут вчера двое, на мотоциклах. Какого возраста? Пожилые. Видно, из деревни. Рыбаки. Ага, рыбаки. Представляете, сетью хотели ловить, а мы не дали. С удочки мы говорим, пожалуйста. Вот они и уехали. Ну, молодцы. Да. Пионеры не проходили, 6-1 с петухом? Нет, не было. А что? Петуха украли? Да нет. Волнуюсь, боюсь, заблудятся. А-а-а! Ну, если увидим, покажем дорогу. Ладно, отдыхайте. Счастливо оставаться. А, погодите. Вы забыли. Это же ваш. Вы потеряли. До свидания. До свидания. Thank you.
Центр, я седьмой. Что у тебя там, Коля? Я объездил всю округу. Никакой машины, никаких пионеров нигде нет. След Нивы теряется у старой вырубки. Надо опознавать и сообщать родителям. Как же их опознаешь? Теперь уже легче. Лодка их там у вас? Да. Возьмите, разверните и поглядите хорошенько. Минутку. Городской дворец пионеров. Инвентарный номер 1137. Коля! Коль! Шерлок Холмс! Егор Данилович, это азбука. О, смотрите, кто к нам идет. Смотрите, петух. А, это же те самые пионеры. Вы измотались, бедняги. Еле идут. Видно, и вправду заблудились. Вот, ну, может быть, тут. Ладно. 5 минут на отдых. Потом палатка.